задолженность у автовладельца данного автотранспорта составляет 85 тысяч 860 рублей. Угу. Ждем владельца. Да, ждем владельца. Сегодня в Марковском РОСП совместно с управлением службы судебных приставов проведено плановое мероприятие по выявлению задолженности у должников с использованием новой системы мобильный розыск. В процессе работы было выявлено 6 автотранспортных средств с наличием задолженности у собственников данных транспортных средств. Процедура ареста подразумевает под собой наложение ареста на имущество должника, в том числе, возможно, наложение ареста на транспортное средство данного должника. Некоторые должники частично проплатили денежные средства, мы приняли их по квитационным книжкам. Вот. Максимальные суммы сегодня были выявлены у должников именно по автомобилю Chevrolet Cruze. Было выявлено 449 548 рублей. Автомобиль Lada Granta 86 700 рублей. Вот. В настоящий момент накладывается арест на автотранспортные средства этих владельцев транспорта. Вот. Ну и в процессе уже будет определено, либо будет обращаться взыскание на данное арестованное имущество, либо будет проплачена сумма задолженности, надеемся, наверное, так. При использовании данной программы «Мобильный розыск» мы не разграничиваем как бы особо по видам, так сказать, задолженности. В данном случае выявляются должники по всем видам задолженности, как по коммунальным, кредитным, пенсионный фонд, отчисления. А сегодня? Вот. Сегодня большая часть, конечно, это кредитные задолженности. Вы знали о долгах? Нет, у меня долгов. О долгах своих знали? У вас там сумма больше 400 тысяч, если не ошибаюсь. Ну, знаете, молодцы. Так вы знаете о них? Нет, не знаю. Значит, будем вместе выяснять. Так, давайте. У кого? 4 получается ареста. А где Паша? 4. Все понимают, что долгина. Ну, ситуация сложилась. Мне позвоночник весь изрезан, как с чего началось 2 года назад.